Солдат сделал оружие для солдата. Вторая мировая война. На больничной койке после ранения никому неизвестный боец Калашников обсуждал детали с солдатами на передовой и задумал разработку пистолета-пулемета, который позже станет известен на весь мир. Солдат сделал оружие для солдата, так он сам говорил о своем создании. Русский конструктор, доктор технических наук, генерал-лейтенант, известный всем как создатель автомата, который американцы называют АК-47, но в основном все его называют автомат Калашникова. В момент создания его конструктору было всего 28 лет. С тех пор это самое популярное оружие в мире и даже самое распространенное оружие в компьютерных играх. Цена на автомат была много лет настолько низкой, что в некоторых странах его можно было купить ниже стоимости курицы, а ведь его создатель должен был стать миллионером. Но не стал. Калашников всегда говорил, что деньги для него никогда не были мотивацией. Он жил просто и даже небольшие командировочные, выданные для иностранных поездок, тратил на подарки внукам. А победили фашизмы, потому что не делились по национальности. Мы все были как родные братья, говорил Михаил Калашников.